Устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные займы до зарплаты. За 9 месяцев 2018 года в Туве совершено 457 преступлений против детей. Это и кражи, и правонарушения, направленные против здоровья несовершеннолетних. Стоит отметить, что 35 преступлений совершены в образовательных учреждениях. Такие факты бывают. Дети теряют и телефоны, и другие ценные вещи. Тут самое главное, чтобы они приняли меры по сохранению своих личных вещей. Также они могут подвергнуться преступным посягательствам, например, грабежам около школы, когда домой уходят. И поэтому хотелось бы предупредить родителей, чтобы они не покупали слишком дорогие телефоны для своих детей. Напомнить о простых, но таких важных правилах безопасности для детей сотрудники полиции совместно с Агентством по делам семьи и детей и Министерством образования Тувы вышли на Кызыльский Арбат. Мы вам раздаем памятки, как сохранить свое личное имущество, как не стать жертвой преступления. Пожалуйста, изучите. Более 400 буклетов и памяток с подробным описанием мер самосохранения для детей и их родителей раздавали также и участники российского движения школьников. Стоит отметить, что большинство детей с правилами безопасности хорошо знакомы. Ну вот, например, ценные вещи надо в сумку, ну, в центр засовывать. А еще застегнутыми, ну. А еще надо следить за своими вещами. При пешеходе надо переходить дорогу в зеленом цвете, ни в коем случае нельзя переходить в красный цвет. Если зеленый загорится, обязательно посмотрите вправо-влево. Если он будет у вас просить деньги, ну, там телефон, надо его как бы игнорировать там. Или звать на помощь, если у нас хватит. Как отмечают организаторы профилактической операции «Подросток», главное, чтобы все дети в нужный момент могли на деле применить эти знания. Также сотрудники полиции напоминают, что за безопасность детей прежде всего ответственны взрослые и родители. В Кызыле проведен месячник муниципального земельного контроля. В ходе проверки земельных участков выявлены признаки нарушения в отношении 16 земельных участков. За данное нарушение земельного законодательства предусмотрена административная ответственность использования земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием. У 134 участков документы о правах отсутствуют, либо не оформлены в соответствии с требованиями земельного законодательства. За такие нарушения предусмотрена административная ответственность – это использование земельного участка без правоустанавливающих документов на земельный участок. Все эти участки расположены в микрорайонах «Спутник», район студенческого городка, «Орбиты» и бывшего ипподрома, также ЛТО, правый берег Вавилинской затоны и улицы Шагонарская и Ровенская. Госавтоинспекция Тувы проводит дополнительные мероприятия по контролю безопасности пассажирских перевозок. Помимо этого, госавтоинспекцией усилен контроль за соблюдением водителями правил использования тахографов. Необходимо отметить, что участились случаи эксплуатации автобусов с внесенными изменениями в конструкцию транспортных средств без разрешения госавтоинспекции. Это изменение категории транспортного средства с категории D на категорию B, также установка багажного устройства, газового оборудования. Так, например, ведомством выявлено 84 транспортных средства, в конструкцию которых внесены изменения без разрешения госавтоинспекции. 73 из них устранены, у 11 перевозчиков аннулирована регистрация. Сотрудники ГИБДД проводят сплошные проверки автобусов в вечернее и ночное время, участвующих в межрегиональном и междугородном сообщении. При наличии оснований принимаются меры по исключению дальнейшего движения автобусов. Цель стабилизации аварийности на пассажирском транспорте, предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанной с эксплуатацией автобусов, перевозкой пассажиров. Госавтоинспекции республики проводятся сплошные проверки автобусов, контроль за техническим состоянием транспортного средства, конструкцией, режим труда и отдыха водителей, прохождение перед действием медицинского и технического состояния автобусов. За истекший период, за время проведения оперативно-профилактического мероприятия, проверено более 30 автобусов, выявлено 2 факта перевозки пассажиров без лицензии, 2 факта без технического средства контроля тахограф, 1 факт перевозки пассажиров, водитель которого не прошел при действии медицинские и технические состояния автобуса.
Штраф 3000 придется оплатить перевозчикам пассажиров за высадку или посадку в неустановленных местах. Повторное же совершение данного административного правонарушения повлечет наложение административного штрафа на водителя уже в размере 5000 рублей. Кроме того, перевозчик, если он индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, может быть оштрафован на 25 тысяч рублей. Напомним, что на публичных слушаниях по корректировке транспортной схемы движения маршрутных такси, организованных в апреле 2018 года Куралом представителя КЗЛа в разных микрорайонах города, жители отмечали, что внезапная остановка автобусов по взмаху рук разных людей создает аварийные ситуации на дорогах. Также в КЗЛе 2018 год объявлен годом пассажироперевозок. В Туве создается фонд развития фермерского бизнеса и сельскохозяйственных кооперативов. Работа фонда будет сконцентрирована на реализации организационных мер по созданию и развитию инфраструктуры поддержки сельскохозяйственных кооперативов и малых форм хозяйствования. В том числе это оказание информационно-консультационных услуг, содействия в реализации государственных, федеральных и республиканских программ. Так, по данным Красноярскстата, на 1 января текущего года в Туве зарегистрировано около 1200 крестьянских фермерских хозяйств и 164 сельскохозяйственных производственных кооперативов. Постановлением правительства республики утвержден устав новой некоммерческой организации. Учредителем фонда выступит Минсельхоз региона. В частности, фонд будет осуществлять финансовое, маркетинговое и юридическое сопровождение деятельности кооперативов и ферм. Активное взаимодействие планируется наладить с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. В целом же деятельность организации выстроится с учетом приоритетных задач по развитию сельскохозяйственной кооперации в Туве. И о курсах валют. Доллар стоит 65 рублей 97 копеек, евро 76 рублей 51 копейка. Шубу купила, X-Ray получила. Шубу купить успей и выиграй Ладу X-Ray. Приходите на выставку «Шубы на расхват». С 18 по 21 октября ЦУМ «Цокольный этаж». Займы под залог авто. Высокая оценка. Быстро и выгодно. Без справок о доходах и скрытых комиссий. 8-963-209-7000 ровно. Травы Тувы сохранили рецепт пантового бальзама «Бойдус». Мы улучшили вкусовые качества путем добавления ягод и ароматных трав, сохранив при этом все полезные качества, которые дарует нам природа. Консервантами являются сахарозаменители сахар. С бальзамом «Бойдус» всегда красота, положительная энергия и сопротивляемость к невзгодам. Продукт пастеризован. Магазин «Травы Тувы». Чульдум 44. Овиол. Страшная авария в минувшую пятницу произошла недалеко от левобережного дачного общества. Лоб в лоб столкнулись две машины марки «Тойота». Погибли два человека, пострадали пятеро, в том числе 7-летний ребенок. Как рассказали в госавтоинспекции, ДТП произошло по вине водителя одной из машин. Автомобиль «Тойота Карина», двигаясь в сторону Кызыла, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с двигавшимся в противоположном направлении автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия все пострадавшие были доставлены в резбольницу города Кызыла с различными травмами. Ребенка более-менее состояние удовлетворительное было. С ушибом мы госпитализировали в детское хирургическое отделение. Один пациент тоже в средней степени тяжести с черепно-мозговой травмой, госпитализировали в нейрохирургическое отделение. Двое пациентов с политравмами были прооперированы и за травматологией. Сейчас на данный момент один из них у нас в отделении лежит, а второй сейчас до сих пор в реанимации. Но состояние тяжелое, стабильное. И один пациент тоже со считанной травмой оперирован, сейчас в реанимации лежит за хирургическим отделением. Тоже на данный момент состояние тяжелое, стабильное. В 2019 году в Туве пройдет 4-й межрегиональный форум «Молодой профессионал Сибири». Основная цель форума – это развитие профессиональных сообществ, молодых педагогов, их самореализация, сотрудничество с коллегами из других регионов Сибирского федерального округа. В эти дни 3-й форум молодых педагогов проходит в городе Омск. Мероприятие, которое проходило под девизом «Миссия быть учителем», собрало представителей из 10 регионов СФО. Всего участниками события стали 350 молодых креативных специалистов, которые встретились
для того, чтобы сделать школу еще лучше. Первый день форума открыла ярмарка проектов молодых педагогов. Делегацию СТУВУ представляет 7 молодых педагогов в сопровождении проректора Тувинского института развития образования и повышения квалификации Ураны Кулар. Тува приняла эстафету от Омской области. Коллегам свои наработки будут представлять педагоги из всех районов Тувы. Время узнать о том, кто сегодня получил 10 литров бесплатного бензина от радио «Голос Азии». Первая республиканская ФМ-радио уже второй год подряд проводит акцию «Заправляйся на радио». И на этот раз партнер программы СЗС «Сибпродукт». Условия просты. Слушать радио и ловить условный сигнал. Кто приедет на заправку первым, того и бензин. Важно на заднем стекле своего железного коня иметь фирменную наклейку «Голос Азии». Узнаем, кто первым после условного сигнала сегодня добрался до СЗС «Сибпродукт» по Калинина на 27/1 и залил топливо. Заправляйся на радио. Также на радиостанции «Голос Азии» стартовал и новый сезон радиоквеста «Замес майонез». Кафе «Сушимен» на Гагарина 6 теперь каждый день дарит слушателям радио сертификат суммой в 1000 рублей. На эти средства можно попробовать не только авторской коллекции роллов, но и фирменную пиццу от «Сушимена» и даже обеды ВОК, традиционные лапшу или рис. Однако за такой щедрый приз нужно побороться. Сегодня фирменные наклейки квеста от «Супермена» «Сушимен» искали по всему городу. Но чтобы ее найти, определить кодовую фразу квеста, потребовало значительное количество времени. Но и с этим слушатели «Голоса Азии» справились. Разгадав загадку, оператор встретил своего победителя и услышал кодовое слово. Завтра квесты от «Сушимена» продолжатся. Телефоны доставки кафе вы видите на своих экранах. «Сушимен» дарит и крутые акции, например. При заказе в день рождения действует скидка по количеству лет, но не более 50%. Причем действует за 3 дня до события и 3 дня после. «Сушимен» этому городу нужен свой герой. Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России, от Камчатки до Калининграда. Компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент, просто по звонку. Каждый новый займ – больше предыдущего. И каждый последующий займ – еще больше. «Отличные наличные». Больше займов – больше сумма. По республике ожидается переменная облачность, ночью местами небольшие дожди, в горах мокрый снег, днем без осадка, ветер юго-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12-17. В Кызыле переменная облачность, без осадка, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью -1, +1, днем 16-18 градусов выше 0. В новом номере еженедельника «Тува ТВ Инфо» читайте. Глава Тувы остался недоволен отношением к семье погибшего участкового Чаяна Синдиола. Он лично вручил Дове высшую награду республики – Орден Республики Тыва. Награжден посмертно. В Туве по решению судов закрывают пивные бары. Какова судьба Тувинской республики? Юные КВНщики из Тувы в очередной раз привезли победу. Поздравляем! Заправляйся на радио победителя за неделю. Радио «Голос Азии» начинает большую игру в рамках города. Кто потерял остановку и еще много интересного. А также тибетский календарь, погода сканворд, гороскоп, анекдоты, результаты розыгрыша лотереи, ТВ-программа, недвижимость в отдельном блоке и огромное количество объявлений. Если объявления, то Тува ТВ Инфо.